Я приветствую вас на канале «Анисовый огород». И сегодня мы с вами пройдемся по магазинчику от объединения «Гжель», который находится в торговом центре рядом с кассами супермаркета. Накупив продуктов, можно тут же присмотреть тарелку, чашку, кувшин или товары по сниженным ценам. А также в этом видео увидим несколько ваз с росписью из 80-х. Познакомимся с изделиями молодого гжельского мастера Светланы Кузиной. Не забывайте писать комментарии, ставить нравится, подписываться на мои каналы в Дзен и Телеграм, где я рассказываю о фарфоре и экзотических растениях. А все ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании к видео. Смотрю, гжель такая разная, у каждого предприятия свой почерк. Да? А вот это 1600, это что вообще? Это блинец? Блинец, да? Такая глубокая. Они, по-моему, два вида. Одна такая, вот у нее тоже вот как купол, и сверху баба такая. А у нее тарелка плоская. Угу. А вот у этой блинец, у нее вот эти с бортиками она идет. Симпатично. Интересно. Да? Роспись такая у нее нежная. Ну, авторская работа, да? Да. Мы решили?
Нет? Нет, это приедут или нет. Если небольшой подарок, то можно обычно...
Вот мы с вами и прошлись по магазину, посмотрели ассортимент, полюбовались работами. И теперь пришло время взглянуть на три вазы. Их мне показала Галина, продавец магазина. Мы с ней долго разговаривали о фарфоре, и вот тут она решила мне показать работы своей мамы, которые она расписывала еще в 80-х годах. Это были вазы, подарки для ее детей, для сына и для дочери. А сейчас из 80-х мы с вами перенесемся в 2023 год и познакомимся с работами Светланы Кузиной. А узнала я о ней совершенно случайно, зайдя в один из магазинчиков в селе Речицы. Мне нужны были тарелочки, и вот тут как раз я увидела работы Светланы. Одну из таких тарелочек я купила. А все тарелочки, что вы видите на экране, Светлана создает в единственном экземпляре. На заказ не пишет, только по вдохновению. И оно, по словам Светы, на заказ не работает. А вдохновение Светлана черпает в лесу и в общении с животными. Все ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии и в описании к видео. И в конце видео я хочу поблагодарить всех, кто так или иначе был причастен к созданию этого фильма. И особая благодарность от меня Наташе Беспаловой за помощь и за советы. И вас, мои дорогие зрители, я хочу поблагодарить за то, что вы досмотрели этот фильм, за то, что вы поставили «нравится», за то, что вы подписались на мой канал в Дзен, на канал в Телеграм, и за то, что вы остаетесь и смотрите мои видео.